Несколько лет назад у двух городских жителей родилась мечта – жить в собственном доме на берегу моря и заниматься простым и полезным делом. Через некоторое время Николая Вымаркова и его супругу Полину покорила Ровдина гора, а если точнее – здешняя мельница. Издалека, когда мы ехали на машине, вот мы подъезжаем к этой мельнице, думаю, господи, что это вообще? Это не похоже на мельницу, она была развалившаяся такая, не очень. Я думаю, нет, мы на это не пойдем. Восстанавливать исторический объект – это очень сложно. Но стоило войти в саму мельницу, и сомнения испарились. Если снаружи казалось, что она вот-вот развалится, то внутренний механизм всем своим видом показывал, что готов еще поработать. И пара решила восстановить эту красоту. В начале 2019 года молодые люди зарегистрировали некоммерческую организацию и назвали ее «Дар Севера», сокращенно «Деревянная архитектура русского севера». Осложняет реставрационные планы статус памятника архитектуры, ведь эта мельница относится к концу 19 века. В свое время построили ее по голландской технологии потомки известного тогда рода Негодяевых. Сегодня в регионе больше 1000 таких охраняемых объектов. Правда, зачастую они просто гниют, ведь восстановление – процесс сильно затратный, и в бюджете нет таких средств. Но наши герои решили для начала хотя бы обезопасить подопечную от разрушения. Для этого привлекли профессиональных плотников и реставраторов. Совсем недавно на Ровдиной горе удалось завершить консервацию мельницы Голландки. Напомню, что это объект наследия регионального значения. Следующий этап работ – промаркировать и измерить каждую деталь, создать чертежи и проект реставрации, а саму мельницу бережно разобрать и поместить на временное хранение в ангар. Многие ошибочно воспринимают мельницу как здание. На самом деле это механизм, который может стать двигателем, способным раскрутить всю деревню. У нас есть план насчет этой мельницы, это самое главное. Если мы хотим, чтобы она молола муку, потому что мельницу, собственно, для этого и строили. И мы вот удачно позаимствовали у наших голландских коллег, которые приезжали, мельники из Голландии, мельница Голландка, они приехали, посмотрели, слушайте, ну тут ничего сложного нет, и восстановить. Единственное, что разбирайтесь там со своими этими лицензиями, реставрациями, ищите деньги, мы поможем, мы знаем эту технологию, мы ее запустим. Сегодня проект Ровдина гора – это не только реставрация. В настоящее время это и арт-резиденция, и ежегодный фестиваль. Первый год у нас получилось привести несколько друзей, музыкант, танцор, ну и там еще кое-кто, и сделать несколько арт-проектов, то есть арт-резиденция заработала вот с самого начала проекта. В этом году мы работаем с дизайнерами с ПК-центра Архангельского, делаем с ними арт-объекты, разрабатываем наш фирменный стиль, они нам помогают разработать интерьер нашего музея, лодок и саму экспозицию. Особенно вдохновляет ребят энтузиазм местных жителей, которые активно подключились к общей работе. В скором времени здесь откроется гостевой дом, а это значит, что на Ровдину гору потянутся туристы и движок деревни закрутится. Конечно, для воплощения таких амбициозных планов нужны немалые средства. Именно поэтому ребята оформили сайт, тем самым привлекая внимание потенциальных инвесторов.